продолжаем тему двойных толкающих рук, шуан туй шу, по умолчанию туй шу. Мы рассмотрели 4 туй шоу шили, фуань, гуа, фэньгуа, сяньфа. И можно в отдельную тему выделить верхний, нижний винт, ло сюань. Это те вещи, которые можно отрабатывать в сольном варианте. И важно посмотреть, как они работают в парном. Итак, принимаем позицию дин бабу. Исходное положение. Потрогали всем телом отсюда, отсюда. Перед этим, естественно, желательно выстоять самому столбы. Ты тоже. Вот на этом этапе можно потихонечку, я сейчас начну рассматривать верхние руки, верхний винт. Можно потихонечку начинать пробовать начальное усилие, идущее от стоп вправо-влево. Если точнее, они будут диагональные, либо будет этот угол меняться. Вот в данном контексте особенно актуально в сторону пяток, вот у меня с правой руки, левая приплечье, оно дает усилие в этом же направлении, как и правое. И все это идет от стоп и через коло. Если партнер не держит его, то идет сминание. Если держит, вот у меня есть возможность дать сюда усилие, поставив на пятки. Либо с этой стороны, в сторону пятки его правой ноги. Сейчас мы немножко поупражняемся, пока в легкой форме, поищем, чтобы это усилие шло от стоп. Вот. Теперь партнер наш, давай с этой стороны сделаем. И тоже правая нога впереди, чтобы было вот отсюда усилие и отсюда. Ищем целостное, чтобы все тело работало. Соответственно, наш партнер, он может давать встречные усилия нижний винт, уравновешивая мое усилие. Поищи его. Так, вот здесь. Вот, а это сюда, да. Вот теперь вместе синхронно сделаем. Тоже мегафон. Вот она, видишь, она компенсирована. То есть можно нарабатывать защиту от этого контрдействия. Вот с этой стороны сейчас поищи. Ага, здесь больше тоже раскрытие. Вот. То есть одновременно мы можем нарабатывать верхний и нижний винт. А для того, чтобы прочувствовать без контрдействия партнера, как первый раз, лучше просто держать хуньянжо, где мы сейчас пока попробуем держать. Прямо уже хочется сделать вот этот нижний винт, чтобы защититься. Да? Вот это все на месте нарабатывается. Точно так же ты попробуй. Я тебя держу столб хуньянжуан и даю возможность выполнить. Вот эта рука активнее. Нужно почувствовать, чтобы две руки активно работали. Да, сюда. Угу. Я стараюсь сохранить свой столб, не предпринимая контрдействия. Точно так же я контрю. Угу. И с этой стороны также мы сделаем. У тебя верхние руки. Сначала держу столб. Угу. Угу. Эту руку прямо вот, зентлен, поищи. Но при этом локоть желательно не задирать. И усилия стоп. Контрю. Контрельнее, я наоборот могу даже атаковать встречные усилия. Хорошо. Расслабили. Мы рассмотрели на месте с одного положения. Точно так же левая нога впереди. Мы с этой стороны все закрепляем. Ага. Пощупали, потрогали. Я сейчас уже более свободно делаю с разных направлений. Да, вытягиваю на себя. Это уже двухходовки, трехходовки. Угу. И партнер держит. Попробую разный вариант. Нет, здесь когда фуань к себе. Вот, а потом, да,
Я что сделал? Смотри, уже потихонечку сюда вытянул. Пробую уже двухходовочки делать. То есть на себя фуа начал вытягивать. И вот на... Да, поставил, и видишь, получается. Да, так. Да, то можно уже так, забегая наперед, пробовать комбинации усилий. Да. Хорошо, есть. Наработав на месте, вот в таком, по такой методике, мы начинаем пробовать все это реализовывать в движении на шагах буфа. Выстроили тело, поехали. Вот я сейчас на шаге вперед буду пробовать это. Ты попробуешь, да? Можешь сразу с одной и второй стороны. Угу. Вот и партнер дает почувствовать силы. Угу. Пробовали здесь. Да, еще особенно очень хорошо, когда партнер еще на одной ноге стоит, наиболее такие перспективные получаются с точки зрения атаки. Поменяем стороны, ту же самую работу продолжим. Сейчас ты на шаге вперед делаешь. Угу. Слушаем. Я бы еще не более тонко попробовал поискать. Сейчас уже попробую вот комбинацию из этих всех. Раз, нежно поискать, где выкинуть. Угу. Можно приназить. Сейчас чуть-чуть больше вверх такой. Вот был такой вариант, сейчас такой вариант. И если он высоко поднял, он либо разваливается, либо дает усилие вниз, и я могу уже использовать его здесь как фуань. Это уже тоже забегая вперед, различные виды комбинации. Ну, такой, да. Вот, хорошо, но сейчас уже накопилась некоторая такая грубость. Джоли – грубая сила, поэтому я рекомендую чуть-чуть расслабить и попробовать в варианте сольном верти. А так все технически правильно. Ну, естественно, все новые движения, они накапливают некоторую такую грубоватую силу. Ее надо смягчать и шлифовать, убирать, нормально, сохраняя технику, стараться более тонким сделать. В этом как раз искусство наше стоит. Как, допустим, ты тест сделал, что когда руки поднимаешь и силы мысли раздвигать, да? Так расходится, да. Вот. И если, соответственно, ум загрязнен различными эмоциями, то это вот не дается. Так и примерно у нас получается, что нужно больше искать силу мысли, как она действует, чем действовать за счет силы мышц. Вот. Работать сознанием, а не силой. Вот мы и все время пытаемся это сделать. Если идти по пути просто силы, ну вот как у тебя партнер был, да, он сам крепкий, сильный, и он использует эти качества. В принципе, в условном таком поединке Туйшу он, конечно, тебя победит, вот, но он используя свои качества, которые у него есть, и он еще немного физику сможет разовьет, со временем она будет падать, либо вот на уровне стоять. А работая над силой мысли, конечно, мы не
учитываем, что нужно тело поддерживать в каком-то достаточном балансе, мы можем развиваться достаточно долго. И это такой более перспективный путь. Но он несет сложность, что нужно углубляться, нужно слушать тонкости. Это вот как раз особенность Цюань, она и создает то, что нам интересно, и в то же время на каком-то возрастном этапе отсеивает тем, кто пользуется чисто силой. Это вот такие либо возрастные, либо индивидуальные качества человека. Это не хорошо, не плохо, но это просто вот такие разные векторы развития человека. Вариант использования нижнего винта Ло Сюань, когда мы наши руки находятся снизу. Принимаем позицию. Опять же, мы настояли в столбе, уже распробовали, подготовили тело и ум. Мой партнер сохраняет позицию Хуньян-Джуан, вот, и помогает мне слушать мои усилия. То есть задача сохранить контур, чтобы он не сминался. Я стараюсь услышать усилия стопами. То есть руки я просто ввинчиваю и через них пропускаю усилия от стоп. От стоп поясницы. Поменяем с этой стороны. Пробуем, можно пока вот медленно, чтобы послушать туда-сюда, нет, как зацепили. Очень важно развить с этой стороны, правая. Быстро летел. Вот такие спальни, туда-назад вообще. Посмотреть, чтобы обе руки участвовали, то есть вот эту докручивать надо. А здесь пальцы направлены прямо на партнера. Другая сторона. И, соответственно, даю моему партнеру то же самое послушать. Вот, да, возьму в чистом виде Хуньян-Джуан. Тут можно либо Хуньян-Джуан, либо вот верхние руки. Надо показать, как вот у меня в такой позиции. Я и так примерно у него схожую силу. Главное, чтобы у меня не сминалось, и я пока не контурю, не защищаюсь от этого усилия. Поменяем. Слушаем, через что проходят наши усилия. Такой вариант. Угу. Вот. Чаще стараемся отпустить напряжение. Снова поменяемся. Попробовав усилия на месте, мы включаем его в движение на шагах. Можно использовать как на шаге вперед-назад. Начнем с того, что я начну на шаг вперед. Подхватываю движение и даю усилие. И ты пробуешь. Угу. А сейчас я вот подхватил начало твоего движения и встретил его здесь. Это верхняя сейчас получила, ничего страшного. Не. Вот, вывел на исходную позицию и вот так. И сейчас на отшаге, вот когда ты напираешь. Акценты могут разные по направлению даваться, либо больше. Попробуй тоже на отшаге сейчас сделать. Акценты по направлению. Вот это чуть активнее цепляй, да. Вот. Да. И здесь ввинчивай вот до такого положения. Да. Угу. Вот так, да. Вот, соответственно, если партнер делает атакующее движение сверху, винта, пожалуйста, сделай. Вот, да, услышал ты. Я контрю. Сейчас ты верхний винт делаешь, вот это свое, да, еще раз, вот я включаю свои защитные. И сейчас я верхним винтом буду атаковать, а ты попробуй сделать
Вот, правильно, да, да. Вот, и сейчас взаимная такая игра. Верхний, если я с нижнего атакую, ты встречаешь верхним. Если я с верхнего, ты тут же включаешь свои, да. Вот, и наоборот, по очереди. То есть, доводить до уровня рефлекса вот эти включения, когда, да. Вот, вот она. Сочетает такие, такие, отсюда сверху, снизу. Начинает тоже пробовать. Угу, угу. Ну, примерно так мы, включая варианты верхнего и нижнего винта, можем уже использовать его для того, чтобы либо создать атаку снизу, либо сверху, либо законтрить ее, либо создать предпосылку для комбинации усилий. Попробую то же самое все сделать в сольном варианте.